Так, всем привет. Я сегодня буду за кадром. В эфире Right Road. Расскажу вам про дом, который мы приобрели полгода назад, летом. Вот. Этот дом находится в небольшой деревне Pines Creek, скажем так. Это примерно 2,5 часа от Сакраменто. В общем, такой дом. Это вообще он как по типу идет Mobile Manufactured. Он идет с дополнительным участком. То есть вот сам дом находится на одном участке и соседний участок вот через забор. То есть это все входило в один лот. Тут немного еще у нас мусор недоубран, недоувезли. Вот, потому что за полгода еще пока с долгами рассчитывались, пока убирали то, что здесь нажито было прежними владельцами. Владели этим домом пожилая пара. Понятно, что все было в удовлетворительном состоянии. Сейчас как-то это уже получше выглядит, хотя тоже еще требует очень много работы. Вот. Стоимость этого дома была почти 90 тысяч. Дом 1200 square feet. Привет, дети. Поздоровайтесь со всеми. Я снимаю Right Road. Да. Вот. Здесь получается большой зал. Вот такой вот с камином. А вот здесь кухня. Здесь получается две living room маленькие. Ой, две bedroom маленькие. Одна. Мы ее как рабочий кабинет пока сделали. Вторая ванная здесь. Первая находится в мастер bedroom. Сейчас покажу. Вот здесь у нас такая типа гостевой комната, которую мы периодически сдаем, но думаем разграничить юнит на две части, и чтобы был полноценный как бы юнит со своей кухней. Здесь немножко бардак, потому что здесь спальня детская. Вот здесь вот большая ванная. У нас со шкафом. В каждой комнате вообще, в принципе, шкафы большие. Вот, ну, 1200 square feet довольно много. И еще шкаф. И еще 1000, наверное, square feet это по террасам. То есть одна терраса, когда я заходил, большая. И еще вторая терраса. Сейчас я покажу, она будет закрытая. Сейчас пока ее закрыли пленкой на зиму. Так, вот здесь прачечная. Ну, стоит старенькая, конечно, все, но что есть, то есть. Вот. В общем, показываю вторую террасу. Тоже немного не убрано. В общем, вот вторая терраса. Сейчас выйду. Тут такие рабочие тоже моменты. Тут вот будет перенесена прачечная сюда для удобства. И вот здесь мы опять выходим. Здесь входил в стоимость вот этот шоп. Вот здесь они собак разводили. У них тут собачарня была. То есть сейчас это просто пока складируется тут всякий мусор, который пока еще жалко выкинуть. Вот. А вот что-то пригодится для ремонта. В принципе, он снаружи выглядит не очень, но внутри он используется у нас как мастерская. Тоже здесь вот стоит лазерный станок. Здесь я работаю. Здесь у нас вон птицы живут. И вон перепелки. Опа, спрятались. В общем, это мы используем как мастерскую пока. Но она теплая. То есть, когда опускается температура, даже тут у нас было минус 5, там где-то градусов 8 плюс. Вот. Ну вот, как бы вот такой вот дом, вот его стоимость, как я и говорил, 90 тысяч. Но это была стоимость этого дома на
момент покупки на лето, даже на весну они ставили эту стоимость. Сейчас Zillow показывает, что этот дом стоит примерно 120-150 тысяч. То есть это без учета ремонта. Если его учитывать, что он будет с ремонтом, то стоимость там будет 180 примерно. Несмотря на то, что везде сейчас недвижимость подешевела. То есть, ну, начала дешеветь, а здесь вот наш район, он начал немного дорожать. Может, дома чуть дешевле были, и, видимо, все стали покупать, ну, с моей точки зрения, более дешевое жилье. Как бы вот. Вот так выглядят окрестности наши. Вот, дорога идет у нас везде асфальтированная. То есть, здесь как бы коммуникации у нас септик стоит. И холодная вода центральная. В общем, вот так вот. Вот такой вот у нас вид. Не совсем горы, потому что горы чуть выше находятся, но мы уже находимся, все равно считается, в горах. Вот. И вот там вот вдалеке, там сейчас уже немного не видно, но там снег лежит еще, не сошел. Просто у нас плюс 15 последние дни днем держится. Ну, как бы вот так вот. Если у вас есть, может, какие-то вопросы дополнительные, задавайте, отвечу, постараюсь ответить по мере возможности. Вот, в общем, всем удачи, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Недвижимость я буду сейчас выкладывать, которая у нас есть в районе, тут у нас соседи собираются продавать, поэтому будет, я думаю, скоро новое видео. Всем пока!